Успели спасти. 21 октября вечером загорелась двухкомнатная квартира на 5-м этаже жилого дома на Ивана Кайдалова, 28, в Сургуте. Спасатели пытались попасть в помещение через подъезд и в окно с помощью автолестницы. Сообщалось о том, что внутри может находиться человек. Пострадавшего действительно обнаружили. Мужчину без сознания передали медикам, которым удалось вернуть человека к жизни и оперативно доставить в больницу. Пожар потушили спустя 20 минут после звонка ОЧП. Эвакуировались из дома 14 человек, в том числе 2 детей. В ликвидации возгорания задействовали 5 спецмашин и 20 спасателей. Причины ЧП установят дознаватели.